Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Продолжаем бизнес-канал на ФИНАМФМ. Сейчас его вторая половина. Бизнес-класс под названием. Меня зовут Олег Дмитриев, и сегодня в студии. Давайте я начну с представления моих гостей. Сегодня в студии Александр Кузин, заместитель генерального директора по коммерции компании «Ригла». Добрый день, Александр. Добрый день. И в студии Роман Бузунов, президент ассоциации сомнологов, заведующий отделением медицины сна санатории Барвиха, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Уважаемые слушатели, присоединяясь к нашей беседе, для этого есть телефон студии, телефон прямого эфира 65 10 99 и 6, код Москвы 495, и есть также сайт компании э, finam.fm. Я э, по поводу темы, по поводу темы, мы э, на радиостанции финам.фм вместе с аптеками Ригла, да, затеяли уже практически начали новый проект, он уже стартовал, называется он Будь здоров с аптеками Ригла. Вот в рамках этого проекта, да, сегодняшний наш в том числе беседа. Ну а в принципе, наверное, мы как бы посмотрим на эти вещи более широко, что логично, и поговорим о неком аптечном рынке города Москвы, а может быть даже и всей России Матушки. Вот примерно так. Хорошо? Нет возражений у гостей, по крайней мере. Все согласны. Все согласны. Это здорово. Ну что ж, давайте начнем беседу. Значит, телефон студии я напомнил, если есть э, желание, звоните, задавайте свои вопросы. Ну, Александр, давайте начнем с вас, да? А, собственно, в чем привлекательность, в чем особенность вот этого проекта, о котором mm -hmm. я только что рассказывал? Ну, мы посчитали, что сейчас, перед Новым Годом, было бы актуально сообщить... Э, те дополнительные преимущества, которые могут получить все жители, как вы правильно сказали, России, посещая наши аптеки. А почему мы перед Новым годом именно? Ну, по той причине, что сейчас все же, с, слава богу, всплеск заболеваемости, что нас, как ни странно, не может не радовать. Прекратите, Александр. Провокации какие у вас. Ну, я не думаю, что настолько меркантно. Ну, безусловно, безусловно, мы боремся с этим. И с учетом того, что москвичи, быть может, не вполне правильно представляют себе аптечную сеть Ригла, потому что под брендом Ригла у нас присутствует примерно треть аптек. А две трети аптек — это то, что, может быть, мы все помним еще с советских времен, это закрытая форма торговли, и бренд у нас называется «Будь здоров». А закрытые формы торговли это как? Это когда через окошечко. А, через... а когда да, вы можете все там потрогать, пощупать, взять, посмотреть, угу. э, то это открытая форма торговли. Угу. И у нас сейчас э, около тысячи аптек по всей территории Российской Федерации. Мы присутствуем там в 30 субъектах. И что самое главное, мы получаем лекарства из надежных э, каналов. Это важно. Это важно. Это все-таки да, один из главных, наверное, моментов, да, когда речь идет об аптечном... О бизнесе подлинность лекарств. Да, безусловно, за сейчас нее, эта тема за нее, да, да, очень популярна. Да, 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 да. Ну, давайте мы ее немножко разовьем. Да, по той причине, что э, нас часто спрашивают: вот там где-то можно дешевле купить, где-то дороже купить uh -huh. лекарства. Э, я сам покупаю лекарства не всегда в Ригле, но всегда в крупных оптичных сетях. Неважно, будет это Ригла, будет здоров или какая-то другая. Александр, сеть. а вас руководство, я надеюсь, слушает сейчас. Да я не скрываю свою позицию. Вы просто провокатор какой-то. Я даже в Ригле не покупаю, не всегда покупаю. Не всегда. А почему, кстати, вы преследуете какую-то собственную ценовую политику, ну, то есть подешевле ищете? Или просто знаете то, что сейчас нам не рассказываете? Нет, просто я покупаю там, где удобнее. Там, где удобнее. дому. Да, безусловно. Обычно каждый человек покупает лекарства в двух аптеках. Одна рядом с домом, одна рядом с работой. Это всегда разные аптеки, но... Логично. Да. 80% это две аптеки у каждого человека. Ну, Ригла сетевое все-таки учреждение. Значит, надо подумать о том, чтобы возникла еще одна аптека и рядом с домом, да, у Александра, и рядом с работой. Вот вы, Олег, где живете? В Москве. В Хорошо. Каком, да, каком, в, каком в каком районе? Хотя на Волгоград. Да. О, вы знаете, у нас там столько аптек. Осталось мне заболеть, да, вашими молитвами, Александр, и пойти в аптеку. Все в ваших руках. Я понял, это так. Спасибо огромное. Роман. Значит, Александр, собственно в качестве превью предположил, что близость Нового года — это всегда большой риск заболеваемости. Ну, видимо, это связано, да, и непосредственно вот с вот этим вот неприятным, непонятным каким-то состоянием. То ли осень, то ли зима, а то и зима, и осень одновременно и постоянно меняются. Вот, потом мне показалось, что можно говорить о том, что близость новогодних праздников, а точнее их... Постпраздничное вот это состояние но Тоже наверняка многих в аптеку Потом погонит А что на ваш взгляд, да, с точки зрения Непосредственно медика Может быть еще опасно Опасно, да, в это время Здесь мы как раз вовремя говорим, в преддверии э, праздников новогодних, да, когда люди все достаточно сильно смещают свои часовые пояса. То есть они, как правило, отсыпаются и встают позже, угу. в 11, в 12, во время выходных дней. Угу. Что происходит? Они свои внутренние биологические часы фактически на 4, 5, 6 часов смещают в одну сторону. Ну, то есть начинают вставать позже. Роман, а я предположу, что они при этом еще и ложатся позже. И ложатся позже, естественно. То есть это практически как будто бы человек уехал в а, Хабаровск. Совершенно верно. То есть да? сместился именно часовой пояс. Часовой да? пояс. Угу. И, соответственно, а потом, когда эти праздники заканчиваются, человек мучительно пытается вернуться в обратный свой режим. Совершенно верно. А это 4, 5, 6 часов, как я сказал. Адаптация к переходу на час занимает сутки. М -м. То есть человек потом практически неделю может оставаться недееспособен пытаясь вернуться в обратный свой часовой пояс. Угу. И это связано не только с тем, что человек хуже спит. У нас кишечник тоже ночью спит, днем, соответственно, работает. И более того, он привык уже да, в определенном режиме работать. Конечно. А тут, вон, что... мы его смещаем. Да. И в этом смысле, да, фармакология тоже может помогать. Угу. И помимо того, что, конечно, лучше соблюдать режим и не болеть, но все-таки, вот как, как коллега выразился, что если человек все-таки болеет, то, э, если этот режим сбился, то можно применять препараты мелатонина, ну, в частности, такой препарат мелоксен, который uh -huh. регулирует циркатные ритмы и позволяет быстрее настроиться человеку и быстрее войти в свой рабочий график uh -huh. после тяжелых, если так можно выразиться, в кавычках выходных или праздничных дней. Uh -huh. То есть, соответственно, быстрее под свой, подстроить свои ритмы. И где-нибудь за час-полтора до Предполагаемого времени отхода ко сну, 3-4 дня после выходных праздников, прием препарата у мелатонина позволяет достичь очень быстрого, быстрой настройки своих циркадных ритмов. То есть можно сказать, что мелатонин это некая уже панацея, да? Нет, конечно, это не панацея, лучше соблюдать график, но если все-таки вы нарушили, то да, это позволит быстрее войти в рабочий режим. Я понял, спасибо. Спасибо. Александр, вернемся все-таки к аптечному рынку. Вот эти вот аптеки... Через окошечко, как вы их назвали, да? Угу. Закрытая форма торговли. Закрытая форма торговли, да. Все-таки, мне кажется, это пережиток прошлого. Почему вы от них не отказываетесь? Ну, вы знаете, дело в том, что э, мы все, и вы, и я, мы хотим покупать лекарства дешевле. Если у вас открытая форма торговли, это большая площадь, которая за собой тянет там большее количество персонала, угу. больше издержки, угу. и, соответственно, это отражается все на цене препарата. Поэтому, безусловно, сокращая площадь аптеки, делая mm -hmm. торговлю через окошечку, мы таким образом экономим издержки mm -hmm. и предлагаем потребителям лекарства по более низким ценам. Mm -hmm. Поэтому в аптечной сети Будь здоров, она даже называется там аптеки низких цен, и mm -hmm. на вывесках у нас это написано аптеки низких цен. И там люди могут купить те же самые лекарства по большому счету, но за... Так сказать, по более день, приемлемым да. ценам, да, да, поэтому я лично иногда покупаю, если это большая покупка угу. в «Будь здоровье», угу. если это что-то небольшое, там, по пути домой я могу заехать там в «Риглу». Здорово, здорово. Ну, если следовать вашей логике, да, то э, сокращение издержек, ну, в частности, на аренду или на покупку, да, и эксплуатацию помещения, на персонал, ну, и так далее, и тому подобное, приводит сейчас многие бизнесы, в том числе, может быть, даже и аптечный, в интернет. Потому что там-то уж точно ничего этого не нужно. Безусловно. Но в интернете есть э, своя маленькая сложность. Так. Э, когда занимаешься интернетом-продажами, то понимаешь, что может быть было бы дешевле, если бы потребитель к тебе приходил в точку продажи. Uh -huh. Потому что существенные издержки несутся на доставку. У нас, безусловно, есть интернет-аптека. Она даже ниже по уровню цен, тем наши аптеки низких цен. Rigla.ru, вы можете там uh -huh. зайти, заказать в том числе препарат Мелаксен. Безусловно, там в двух дозировках присутствует. А, ну, кстати, из... не, не по рецепту выписывается? Нет, это безрецептурный препарат. В общем-то, один из немногих препаратов, который обладает снотворным эффектом и uh -huh. настраивает циркадные ритмы или суточные ритмы, который официально можно приобрести в аптеке без рецепта в связи uh -huh. с его достаточно хорошим профилем безопасности и практически отсутствием серьезных осложнений. Хотя, конечно, в любой ситуации лучше посоветоваться со своим лечащим врачом в плане того, чтобы применить любой фармакологический препарат. И в том числе без и в том числе безрецептурный. Но если ситуация требует, то можно все-таки пойти и купить. Я понял. Спасибо огромное. Давайте прервемся, послушаем новости на Финам-ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам-ФМ. Сегодня мы говорим об аптечном рынке Москвы и России. Ну и очень многие интересные детали да, и аптечного рынка непосредственно, и человеческого организма обсуждаем. Я хочу напомнить, сегодня в студии Александр Кузин, заместитель генерального директора по коммерции компании «Ригла», и Роман Бузунов, президент ассоциации сомнологов, заведующий отделением медицины сна Анатолий Барвиха, заслуженный врач Российской Федерации, профессор. Напомню, телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Вам, уважаемые слушатели, это напоминание. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными Мнениями по этому поводу. Кстати, вот уже Роман повод такой, на мой взгляд, один дал. Близость новогодних праздников. Да, Сбои режима функционирования организма приводит к общему нездоровью. Да, к общему нездоровью. Ну, как минимум, потери, работоспособности. А нам это все предстоит с вами, уважаемые слушатели. Новый год на нас. Ой, беда. Ладно, вернемся. Александр, вернемся к теме, связанной с. Да, с оптичным ап рынком mm -hmm. связаны непосредственно с, с препаратами. Вот у, актуально, наверное, одна из самых актуальных проблем э это фальсификация да, этих самых препаратов. Вот как Ригла с этим борется, какие гарантии она дает, если вообще можно дать какие-то гарантии? Ну смотрите, мы входим в один холдинг с крупнейшим дистрибутором лекарств в России компанией Протек. Uh -huh. Мы, безусловно, Покупаем лекарства не только у нашего родного дистрибутора, но и в других э, компаниях оптовых. Но каждый раз это крупные Что компании. Что-то мне это напоминает, кстати. Да? Я покупаю э, лекарства не только. Да, безусловно, должна быть честная конкуренция. И таким образом мы добиваемся хороших входных цен. Но все те компании, которые поставляют нам лекарства, это, безусловно, крупные компании. И... Мы не можем рисковать своей лицензией, потому что если где-то Росздравнадзор у нас найдет лекарство ненадлежащего качества, угу. то мы за счет одного препарата можем потерять несколько сот лицензий как бы, всех наших аптек. Абсолютно согласен. Безусловно, никакого смысла в такой продаже нету. В то время как, если вы заходите где-то в метро и видите там какой-то небольшой ларек, то, безусловно, там есть риск наткнуться на такое не вполне качественное лекарство. Uh -huh. Потому что владелец этого ларька, там, сегодня его закроет, э, окей, по предписанию Росздравнадзора, и завтра снова же откроется по другим юридическим лицом. Uh -huh. Мы не можем рисковать. Uh -huh. И uh -huh. также не может рисковать там любая другая крупная аптечная сеть. Поэтому я для себя лекарства всегда покупаю только в таких местах. Uh -huh. Для себя, там, у меня трое детей, как бы уж точно я не могу рисковать там с здоровьем и... В этом я вижу гарантию. Здорово, здорово. Ну, по поводу э, киосков, может быть, чуть позже. И, и, исходя из э, вами произнесенной тирады, я так понимаю, что гарантия э, или там большая вероятность, что это не подделка, угу. связана с тем, что дистрибутор крупный. Это всегда так, это всегда логично. Тем да, больше, тем потому что, нет, тут э, дело в том, что крупные дистрибуторы, uh -huh. они э, поставляют лекарства напрямую от производителей. Uh -huh. Либо сами занимаются растаможкой, либо берут это со складов э, Производителей здесь у нас в России. Но mm -hmm. это прямая прозрачная поставка. Если вы покупаете все же в маленькой аптеке, которая непонятно где закупилась безусловно, присутствует риск. Риск в крупных аптеках, как я уже говорил, там с одной стороны мы застрахованы тем, что они берут у крупных э, дистрибуторов. Mm -hmm. С другой стороны, э, ни одна аптечная сеть не будет рисковать. Это просто экономика. Тут mm -hmm. дело не в том, что кто-то хороший и кто-то mm -hmm. плохой. Mm -hmm. Это просто экономика. И поэтому, если маленький аптечный пункт может рискнуть, mm -hmm. то крупная аптечная сеть не может себе позволить такие риски. А ценник, кстати, сейчас, Роман, секунду, а ценник может сказать что-то в отношении... Э... Я бы сказал так, что если вы видите лекарство по парадоксально дешевой цене, вы должны насторожиться. А где этот парадокс? В том, что ну не если как бы производитель а, реально поставляет а, в товаропроводящую цепочку по более высокой цене, угу. как же тогда? Где же тогда ну, экономика, если вроде это что дешевле? Вы, вы заместили генерального директора по коммерции. Вы знаете все эти цифры наверняка. Безусловно. А, а я зашел случайно или, может быть, нарочито, и там вот лежит аптека лежит лекарство, простите, да? Вот. Я смотрю на ценник, я же не могу сравнить его. Ну, безусловно, если, С каталожным. Вы пер, если вы первый раз покупаете лекарства, то не можете. Но есть поисковые системы в интернете, да. поиск лекарства.ру там и так это далее. Сравнение найти можно. Безусловно, да? там rigla.ru, заходите, при смотрите, желании. все там, никаких проблем нету. Роман. Я хотел добавить, добавить что а? вообще-то санаторий Барвиха, который относится к управлению делами президента, тоже с протеком работает. А -а -а. Так что в общем есть, говорит, за они говорит из само за себя. Из одного и того же источника тоже получаем лекарства. Александр Роман, если позволите, вот меня очень заинтересовало в вашем представлении, когда я вас представлял, да, такое словосочетание ассоциация сомнологов. Я, к сожалению, наверное, не очень в материале. Роман, вы не могли бы подробнее сказать, а кто эти люди? Сомнологи. Сомнолог сомна ⁇ это сон. Ага. И это достаточно новая специальность. Не специальность, а направление медицины. К сожалению, специальности еще в России такой до сих пор нет. Но это а на направление... есть? Да, в некоторых странах есть, в некоторых тоже развивается. Это ага. направление медицина-сна. То есть это диагностика, лечение расстройств сна, которых существует 89. То есть, когда появились объективные методы контроля того, что происходит во сне, оказалось, что ночью человек не только спит, mm -hmm. а еще болеет, а иногда умирает. И в общем-то говоря, говорят то, чем мы занимаемся, мы занимаемся, стараемся как можно более широко развить медицину сна и, в частности, занимаемся содействием в открытии так называемых сомнологических центров mm -hmm. или центров, которые занимаются расстройствами сна. Mm -hmm. И здесь я хочу поддержать коллегу, что крайне важно. Мы тоже занимаемся медикаментозной терапией. В частности, огромный, огромный рынок это снотворные препараты. Слава богу, сейчас это стало достаточно серьезно регламентироваться, и, как правило, снотворные препараты они рецептурные, а ведь буквально еще совсем недавно можно было в каждом переходе купить mm -hmm. снотворные транквилизаторы, а сейчас транквилизаторы еще до сих пор можно в переходе купить. Большие аптеки не рискуют, Но а вот э, в, да, в та, та ситуация, о которых Саша рассказывал, а маленькие, да, переходы они рискуют, можно купить препараты, которые обладают выраженным снотворным эффектом. Которые крайне нежелательны И моя задача как сомнолога Как специалиста в области медицины сна Как раз не назначить препараты снотворного ряда Или уж по крайней мере э, Сделать это по сугубо серьезным показаниям uh -huh. И уж тогда Понятное дело То что есть Другими обращаться... словами Вот эти препараты снотворного ряда Как вы их назвали да, Они имеют еще огромное количество побочных каких-то действий Абсолютно точно uh -huh. Привыкание прежде всего uh -huh. И зависимость физическая То есть человек становится наркоманом uh -huh. И в этом смысле развитие серьезных аптечных сетей, которые не нарушают законодательство и не... Продают, соответственно, так полулегальные эти препараты, uh -huh. это крайне важно, и я полностью поддерживаю. Uh -huh. Uh -huh. Я вас, кстати, Олег видел тут на метро Добрынинской аптеку в переходе, так что будьте аккуратней. Нет, нет, это был не я. Уверяю вас. Но аккуратнее я буду, естественно. И в принципе, я стараюсь быть аккуратным с лекарствами. потому что после сегодняшнего эфира, тем более. Ассоциация сомнологов подразумевает, что какое-то количество, да. Uh, специалистов, я не знаю, интересующихся этой темой, входят в нее? Как, как широк круг? Uh, у нас порядка 180 человек из 30 регионов России. И я думаю, в перспективе у нас в следующем году сейчас это межрегиональная организация, uh -huh. что мы создадим всероссийскую организацию, нужно объединить 40 регионов и более. И в частности, в общем, задача стоит в том, чтобы врачи понимали, что есть не только медицина дня, а медицина ночи, в uh -huh, частности. Uh -huh. И в частности, соответственно, более объективно назначали те же лекарственные препараты, которые так или иначе обладают снотворным эффектом. Uh -huh. <laughs> Кстати, между прочим, что касается э, а того, с чего мы начинали с мелоксена, это не чисто снотворный препарат. Это препарат, который очень эффективно регулирует циркадные ритмы или суточные ритмы. И, в общем-то, задача как раз специалистов выбрать именно тот препарат, который нужен. А может быть, это нужны препараты более серьезные. У человека может быть депрессия, uh -huh. тревога и так далее. А может быть, у человека, например, храп и сна. Ужас. Все. сопровождается Мы должны прерваться, послушаем рубрику «Вне времени», потом продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на «Финам-ФМ». Сегодня у меня в студии... Александр Кузин, заместитель генерального директора по коммерции компании Ригла, и Роман Бузунов, президент Ассоциации сомнологов, заведующий отделение медицины СНА, санатория Барвиха, заслуженный врач Российской Федерации, профессор. Я напомню, для вас, уважаемые слушатели, во-первых, мы обсуждаем сегодня аптечный рынок Москвы и города России. И конкретно говорим да, о преимуществах той или иной аптечной сети. Ну и, слава богу, есть у нас в студии Роман, который сегодня очень подробно рассказывает и еще я надеюсь, да, а продолжит этот рассказ о проблемах, связанных со сном, которые да, действительно в последнее время, я думаю, может быть, все более и более актуальны. Ну, по крайней мере, о них все больше и больше разговаривают, и это правильно. Ведь не случайно, как сказал Роман, да, человек во сне не только спит, но, к сожалению, болеет. Ну, а дальше я даже боюсь продолжать. А, телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Уважаемые слушатели, звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Александр, вопрос такой. Э -э ну, мы говорим исключительно, да, уже, собственно, зерно отплевел мы э отобрали. Мы говорим исключительно о больших крупных сетях, об уважаемых участниках или игроках рынка. И тем не менее, конкуренция велика на этом рынке. Как да, считаете? безусловно. Безусловно, велика. Никто просто так э -э деньги не приносит. В кубышке, да? В, этом, в этой связи как, в частности, Ригла борется за покупателя? Да? Клиентский сервис, подход к своему будущему mm -hmm. покупателю, подход к аудитории так называемой. Вот в, чем, в чем преимущество, в чем фишки? Ну, мы исходим из того, что тот ассортимент, который мы предлагаем, он крайне интересен, потому что помимо того, что у нас открытая форма торговли, мы предлагаем достаточно сказать, большой ассортимент косметики, лечебной косметики, которую вы нигде... Кроме как в аптеке, купить не сможете. Uh -huh. И поэтому, может быть, не все люди подозревают, но на самом деле э, все чаще и чаще люди подарки начинают покупать в аптеке. Просто то, что мы видим э, и то, что у нас ассоциируется в аптеках э, так сказать, советских времен, это не то же самое, что мы видим приезжая в Европу. Uh -huh. Когда вы приезжаете в Европу, вы там видите там, диетическое питание, какие-то вещи касающиеся здоровья, вещи касающиеся красоты. То же самое там тем же путем идем и мы. Поэтому приходя к нам в аптечную сеть Ригла в декабре месяце, вы можете купить подарки для своих любимых там со скидками там 20, 25, 30 процентов. Мы входим в клуб связной. Вы пользуетесь нашей карточкой? Вот это не наша недоработка. Вы обязаны зайти в нашу аптеку. Ну, и все, пойду нашу теперь карту. сегодня. Да. Тем более, вы меня в переходе уже однажды да. видели. Отловили буквально. Да, теперь буквально я буду отловили. в аптеке непосредственно. Прийти. Вот, и поэтому, если вы пользуетесь карточкой Связной клуб, что списывая баллы у нас, то есть вы можете купить норковую шубу для жены или там для кого-нибудь еще. Да. Вот, начисли... Не будем на эту тему <laughs> не <будем Хорошо>. уточнять. <свят> уточнять. не, не надо. Конечно. Вот. И эти баллы вы можете потратить в аптечный сети Ригл. Так вот, 50% баллов до конца января вернутся вам обратно, чтобы вы их еще раз потратили. Феерично. Феерично. Хорошо. Ну, а, собственно с точки зрения социального социальной ответственности, да, всегда всегда эта тема в любом бизнесе, да, актуальна. Мы об этом говорим изо дня в день практически. Ну, а бизнес аптечный, бизнес связанный со здоровьем, наверное, никак Никакой другой да, должен эту социальную ответственность каким-то образом нести. Как выглядит это? Расскажите. Безусловно, в нашей аптечной сети, как и во всех аптеках, помимо того, что, может быть, где-то это декларируется, угу. у нас еще это и обязанность. Есть такие препараты ЖВНЛП, жизненно важные, там, важнейшие, необходимые лекарственные средства, угу. наценка на которых регулируется государством. То есть даже какие-нибудь там соль, яйца, мука и сахар вы можете... Покупать в продуктовых магазинах, так вот магазины никак не ограничены по этим продуктам в uh -huh. своих наценках. Uh -huh. У нас это жестко регламентировано. И, к сожалению, вот по нашему когда мы разносим все затраты, считаем реальную операционную прибыль по этим препаратам а это примерно треть нашего ассортимента, uh -huh. оказывается, что эти препараты для нас убыточны. Но мы не можем их не продавать, потому что когда человек приходит за препаратами в аптеку, мы обязаны ему помочь. Uh -huh. Да, это. С точки зрения коммерции, наверное, это да, неприятно слышать. Что а, да, безусловно. Или... Понятно, что вот мы пытаемся выходить из этого положения тем, что продаем а, ту же косметику, uh -huh. те же а, какие-то вещи, касающиеся здоровья, uh -huh. медицинской техники. Собственно, таким же путем идут и европейские аптеки. У них есть программа REMBOS, программа возмещения. И там тоже все четко регламентировано. Uh -huh. И они пытаются... Пусть там не очень много, но денег заработать на другом, угу. сопутствующем ассортименте. Здорово. Ну, в конечном итоге социальная ответственность бизнеса, аптечного бизнеса заключается в том, что есть предложение, да, вот по, по определенному набору Безусловно. Ассортимента, и который... есть обязательный ассортимент, угу. там, которому обязаны, то есть как бы где люди могут купить зеленку, как не в аптеке. Угу. Даже если для нас это невыгодно, мы все равно ее продаем. Угу. Потому что в противном случае, это тоже как бы чисто экономический момент, связанный с тем, что мы плохие или хорошие. Бонят. А в том, что не продавая зеленку, человек в следующий раз к нам не придет. Uh -huh. Ну да, это уже маркетинг. Безусловно. Гра грамотно выстроенный маркетинг. Роман, хочу, хочу вас присоединить к нашей беседе. Я слышал где-то о так называемой программе здорового сна. Уж мы все обо сне, но в любом случае понятно, что вы президент ассоциации сомнологов. А кстати, Расскажите вы поподробнее. работая в бизнесе, хорошо спите? Вы знаете, у меня трое детей, поэтому я сплю как убитый. Замечательно. Лучшее средство от бессонницы — это да, много это, детей. Это Кстати, между прочим, есть такое выражение, что чаще всего страдают бессонницы люди, те, которые могут спать столько, сколько uh -huh. они захотят. Ну, это парадоксально звучит. Парадоксально звучит. Ну, почему но если, это так? Если человек начинает лежать дольше в постели, чем ему нужно, у него формируется бессонница. Mm. То есть он начинает труднее засыпать, просыпаться среди ночи, соответственно, начинает думать о таблетках и так далее, и так далее. А нужно весь день, извините, пахать, uh -huh. да, ну или что-то делать. И чтобы времени немножко не хватало. И тогда будешь думать не о том, как заснуть, а как добраться до подушки. Ну, и вот, собственно говоря, вы... Ну, в... Мне кажется, в таком режиме, мне кажется, все-таки долго не протянешь. Нет? А, нет, конечно, нужно спать столько, сколько надо. Но если спать больше, чем надо, а -а -а. это тоже большая проблема. проблема. Это знаете, как переедать. Угу. Скоро будет несварение да, кишечника. Угу. Так и здесь, если пересыпать, как ни парадоксально, формируется бессонница. Я вообще с -с со страхом сейчас подумал, а что будет, если и пересыпать, и переедать еще? О, -о времени, тогда да? будет как раз ожирение, храп, опноя и так далее, да? А что касается здоровому сну, да? Собственно говоря, желательно человека не доводить до болезни. Вот зачем? человек ходит в фитнес центр он же не больной он идет улучшать свое здоровье и физическое состояние uh -huh. так и здесь если у человека сон посредственный это не значит что он больной уже есть некие рекомендации которые позволяют улучшить сон. роман извините а можно действительно вот по качеству да? Правильно я скажу, неправильно. По качеству сна определить, здоровый человек или нет. Ну, буквально, наверное, диагноз вряд ли можно поставить, да? Но уже предположить, что вот если человек вот так вот спит, или, наверное, и не спит, или мучается, бессонницу, то, наверное, у него что-то не в порядке. А мы можем человека обследовать. Угу. Есть сейчас современные методы, которые позволяют посмотреть, что с человеком происходит во сне, так называемое полисомно на Еще раз, что человеком происходит во сне. Во сне, во сне, да. Мы надеваем на человека порядка 18 датчиков, которые регистрируют структуру сна, глубину сна, насыщение крови кислородом а и так далее. А с и так таким далее. количеством датчиков уснуть-то можно? А и... человек-существо, привыкающее в поезде, мы тоже ведь спим, да, и тоже не лучшие условия. Так что касается программы по здоровому сну, это, собственно, программа, она из 12-15 пунктов. Я думаю, в интернете, если вы наберете программу здорового uh -huh. сна, лаборатория сна Санатория Барвиха, то можно ее найти, которая как раз позволяет, не прибегая к медикаментам, уж извините, мы стараемся иногда не назначить препараты, улучшить качество сна и, соответственно, лучше спать и меньше болеть. Угу. Здорово. здорово. А, Саш, ну, наверное, это не обидная фраза, да, но все-таки есть опасность, что со временем человечество будет, ну, вряд ли настолько здоровым, но будет прибегать к каким-то другим способам оздоровления, и медицинские препараты исчезнут вовсе. Ну, к сожалению, такого никогда не произойдет. К сожалению, не произойдет. По той причине, что люди сейчас все больше и больше перемещают э, свои потребности в качество жизни. Mm -hmm. Дело не только в том, что они там борются с лекарствами. Потому что, как ни странно, э, нам выгоднее, чтобы к нам приходили здоровые люди. Э, даже с, Объясни, я э, не понимаю, почему. Даже исходя из того, что вот человек э, сейчас идет в аптеку, в большинстве случаев нет хорошей жизни. Если он туда будет приходить для того, чтобы улучшить свою красоту, свое здоровье, как вот Роман правильно говорил, uh -huh. как бы, мы же ходим в фитнес-центры для того, чтобы улучшить свое здоровье. То же самое касается и того, что мы принимаем какие-то биологически активные добавки. Вы знаете, что там в странах Западной Европы, В Соединенных Штатах Америки там колоссальный рынок именно этих средств. Бадов, Люди, бадов этих. Биологически да? активных угу. добавок, да, там они очень качественные, и это связано с тем, что это позволяет улучшить качество нашей жизни. Мне показалось, что качество бадов-то еще сложнее проследить, чем качество медицинских препаратов, потому что за последними, да, огромный пристальный взгляд наблюдений, в том числе государственные. А БАДы, ну и, собственно, пр пр примеров, наверное, огромное количество. Да, вот. а на Западе угу. и БАДы точно так же контролируются. Да, то есть в Америке нас есть система э FDA хуже. и это одинаково да. контролируется, будь или то лекарство, и или, добавка. или добавка. Да. пища, или добавка к пище. Угу. Никакой разницы. То есть... Получается, да, что, опять, если говорить о нашей действительности, то проблема законодательного уровня. Есть проблема в том, что у нас они хуже контролируются, и потенциально больше вероятность каких-то подделок или некачественных, соответственно, угу. БАДов. Угу. Я понял. Я понял. Ну, то есть, ответ-то э, прозвучал, да, на мой вопрос. Никогда человечество не, да, не доживет до времени, когда лекарство, препарат просто... Ну, вот вы, Олег, сколько собираетесь прожить? Сами понимаете, что чем меньше это время, тем меньше у нас будет клиентов. Поэтому mm -hmm. нам выгодно, чтобы, чтобы клиентов я, было был больше. Здоровень. Да, да, конечно. Есть я... такое выражение, не помню, кто сказал, собираюсь жить вечно. Да. Пока все идет нормально. Я, по стилю на Жванецкого похоже. Не могу вспомнить. Кстати, ну, может быть, не совсем Касающийся да, непосредственно нашей темы, но очень интересно, два слова буквально, Саша, расскажите. Бренд Ригла, он откуда взялся? Он что обозначает вообще это волшебное слово? Ну, мы когда 12 лет назад компания, так сказать, рождалась, то думали над вариантами брендов. Даже был проведен конкурс mm -hmm. среди сотрудников. Я тогда работал в протеке, на новое название для аптечной сети. Но оказалось, что все хорошие названия уже заняты. И поэтому... Какая да, был предложен вариант. Я, кстати, предлагал в свое время вариант «Будь здоров». Вы знаете, там была аптечная сеть в Ростове, которой этот бренд уже принадлежал. Через некоторое время мы купили эту аптечную сеть. А, и вот вот он. Поэтому, да, сейчас «Будь здоров» тоже. Это один из наших брендов. Uh -huh. Но в свое время нам не удалось это зарегистрировать. Uh -huh. И поэтому было выбран такое абстрактное слово «ригла», которое ничего не обозначает. Серьезно? Да-да-да. И был выбран такой интересный вариант логотипа в виде цветочка. Возможно, вы видели там в 5 цветов uh -huh. и соответствующее зонирование в аптеке тоже проведено там разные цвета соответствуют там там зеленый цвет это uh -huh. лекарства uh -huh. там и так далее и это интересный там маркетинговый ход для того чтобы было проще ориентироваться нашим потребителям ну, с точки зрения цве цветового решения, наверное, да, я согласен, интересный маркетинговый уход А вот слово, которое ничего не... И вот очень, Роман, скажите, вот такое слово очень тяжело придумать. Слово ничего не обозначает. Ни бреавиатура, да, ни перевод какой-то там буквально. А что означает слово мелоксен? Мелоксен фактически тоже обозначает мелатонин, да? Ну, дальше я продолжаю. А что обозначает мелатонин и так далее? Сейчас мы прервемся, послушаем новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на ФИНАМ ФМ. Еще раз я напомню, проект Будь здоров, с аптеками Ригла стартовал на ФИНАМ ФМ. И, собственно, сегодняшний эфир как раз тому подтверждение. Стартап такой у нас сегодня. Значит, в течение этого проекта будут выходить уникальные советы от Риглы, как поддержать здоровье в зимний период. А я думаю, потом и в весенний, наверное, да, Александр? И в летний, и в, летний, и в, осенний. И в осенний. Ну и так, круглый год. Напомню, в студии Александр Кузин, заместитель генерального директора по коммерции компании Ригла и Роман Бузунов, президент Ассоциации сомнологов, заведующий отделение медицины сна Санатория Варвиха, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Нам вы можете позвонить, задать вопрос. Александр, но... Пока звонков и вопросов нет, хотя вот вижу я один есть. Но тем не менее вопрос у меня уже сорвался. Виктор, вы нас слышите? Подождите, пожалуйста. Рынок аптечный рынок Российской Федерации насколько вообще он состоялся уже цивилизованный, потому что многие да, вещи, ну если говорить о других отраслях, они идут еще из советских времен либо на ровном месте эффект нивской базы так называемый. И вот мы спешим, догоняем Запад по известным причинам. В аптеках, в аптечном бизнесе то же самое? Ну, вы знаете, рынок лекарств России уже вошел в топ-10 лекарств по миру. И в этом смысле мы относимся к достаточно зрелым рынкам. Угу. Мы, конечно, растем неплохо, где-то 10-12% в год. Выше нас растет только Индия и Китай. Вот, и они нас уже опережают. Угу. Но мы а идем с... очень а... хорошо. Смотрите, Россия, угу. Индия Китай, да, как минимум последовательно связаны с э, количеством населения. Есть, есть здесь... Как, а, безусловно, логика, да, да, безусловно, да, безусловно, ну как э, в известной истории про обувь и Африку, что тут прекрасный рынок, тут никто не ходит в обуви, поэтому безусловно, когда у тебя там миллиард человек, э, то это огромный потенциал угу. для роста. У нас, конечно, не миллиард человек там, а 140 миллионов, но тоже потенциал достаточно большой, потому что среднее потребление лекарств у нас в стране и на Западе отличается кратно. Я вам хочу напомнить: вы наверняка об этом слышали. Последний пленум ЦК партии Китая отменил запрет на одного ребенка в семье. То есть, скоро там будут по двое, да. Будет какие перспективы аптечного бизнеса? Давайте послушаем звонок. Виктор, день добрый. Вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день. У меня вопрос следующий: скажите, пожалуйста, вот когда вы открываете новую точку продаж? новую аптеку, угу. э, какими вот ключевыми характеристиками должно обладать место? Вот по какому принципу вы отбираете место, где открыть новую точку? Виктор, а вы ходите в аптеку часто? Ну, не всегда. У меня есть время. Я... То есть вы что, болеете? Вопрос, просто... вопрос связан с тем, что как раз-таки вот э, нет у меня поблизости а, поблизости нет аптеки Ну да, ну И, есть еще такая у... система, как интернет-заказы, конечно я вот. Но уже... вот мне просто интересно, это чисто такой, Понятно. скажем так, сфера бизнеса вопрос Спасибо, спасибо, Виктор Александр, уже две аптеки у нас на заказ, рядом с вашим домом Отлично, рядом с домом. просто Надо у отлично, было встать, не уже... я к вам пришел Конечно, конечно Ну, ответим, тем не менее, на, на вопрос, прозвучавший в эфире Какие мы территории? смотрим в первую очередь на проходимость этого места. То есть хорошая проходимость – это где-то 300, отличная проходимость – это 600 человек в час. Mm -hmm. Это хорошие места, хорошие также места. Понятно, что мы, если так можно выразиться, паразитируем на трафике. Это продуктовые магазины, дротерии, бытовая химия, какие-то центры единого окна, Сбербанк. Вот э, это хорошие места. И понятно, что в каких-то э, новостройках всегда есть места, где, э, uh -huh. так сказать, народная тропа проходит. Вот мы пытаемся именно в таких местах и располагать свои аптеки. По поводу народной тропы, тоже старые истории есть. Ну, если говорить о новостройках, да, что сначала, после того, как дома построили, да, посмотрят, где людям удобно ходить, они... а потом это заасфальтируют. То есть вы uh -huh. по, по той же логике, да, посмотрят, где народно а там появится аптека «Ригла». Да, совершенно верно. Поэтому, когда новостройка только стоит, нам предлагают там помещение. Достаточно тяжело выбрать, потому что до конца непонятно, как угу. эти потоки будут распределяться, где Логично. сядет продуктовик, где угу. Сбербанк сядет и каким образом это все же будет э, фигурировать. То же самое касается торговых центров. Торговый центр это такой мини-город, и как там идут потоки, заранее сказать достаточно тяжело. Угу. Согласен. Хорошо, спасибо. Ответили мы на вопрос Виктора. Роман, Роман, к вам просьба, моя лично, ну, я думаю, наши слушатели тоже к ней присоединятся. Вам, как доктору, рекомендации, пожалуйста, какие-то. Вот опять в приближении этих нелегких времен. От чего надо убереться, да, как надо правильно себя повести, чтобы потом не было мучительно больно. Ну, я, может быть, дам просто несколько простых советов mm -hmm. по тому, как улучшить сон. Первое – это занимайтесь регулярной физической нагрузкой, причем аэробной. Это плавание, бег, велоэргометр, велосипед. Угу. То есть, э, причем 30-40 минут в день и желательно 4-5 раз в неделю. Максимум 6-7, а минимум 3. Угу. И, соответственно, регулярная физическая нагрузка восстанавливает нервную систему, человек лучше спит. Второе – исключите кофеин, содержащие продукты, часов за 6 до сна. Кофеин может действовать 4-6 часов и можно в 6 вечера выпить чашечку чая или кофе и, соответственно, не заснуть в 12 вечера. Mm -hmm. Причем зеленый чай содержит кофеина больше, чем черный. И люди об этом часто забывают, говорят, знаете, я плохо сплю, поэтому пришел с черного чая на зеленый чай, да, чтобы успокоиться. А потом всю ночь, да, да, да. Следующее, старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. Ни в коем случае не отсыпайтесь в выходные дни. Больше чем на два часа разница, это уже называется синдром смены часовых поясов или такой социальный джет-лаг, uh -huh. uh -huh. когда внутренние биологические часы нарушаются, человек не понимает, организм не понимает, uh -huh. когда ему ложиться спать и когда вставать. И соответственно, если вы будете вставать в одно и то же время в течение двух недель, вы начнете просыпаться за пять минут до звонка будильника, выспавшимся и отдохнувшим. Собственно то говоря, есть организм где-то за две недели привыкает, да, уже вот. Так, да ну, к нормальному, психолог. нормальному графику, да. Uh -huh. Но ну, а уж если те же выходные, о чем мы сказали, сбились или там uh -huh. праздники, ну тогда уже подумайте о какой-то фармакологической поддержке о тех же препаратах мелатонина. Uh -huh. Но еще раз говорю, лучше просто вести здоровый образ жизни, и тогда может быть к вам будут здоровые люди ходить в аптеке, да, и покупать что-нибудь для улучшения красоты и так далее. Uh -huh. Uh -huh. И здоровье. И здоровье. Хорошо, немножко осталось времени, Саш, вам вопрос очередной, ну и наверное будем уже подытоживать, э, о тенденциях, да, логично поговорить, рынок, аптечный рынок Москвы, России, ну и мировой, может быть, я предположу, что мы все-таки в русле каких-то глобальных трендов, наверное, как выглядит, да, что сейчас самое главное на этом рынке? Если посмотреть на наш рынок, то он, хотя и растет в рублях, но, пожалуй, практически никак не меняется в упаковках. То есть получается, что изменяется ассортимент тех препаратов, uh -huh. которые потребляют наши сограждане. И, соответственно, переходя там на более качественные лекарства, может быть, потребляя даже меньше этих лекарств. Они улучшают качество своей жизни. Uh -huh. Если посмотреть на наш рынок в разрезе там отечественные, и импортные препараты, то получится, что сейчас две трети препаратов, которые мы едим, это отечественные препараты по количеству упаковок. Но в деньгах две трети это импортные препараты. И эта тенденция, безусловно, там сейчас переламывается. Все больше импортных компаний приходит в нашу страну для того, uh -huh. чтобы локализовывать свои производства. Uh -huh. Ну, кстати, вот эта проблема, наверное, все же, да, количество отечественных препаратов, импортных препаратов, ну, она связана, конечно, и с устройством рынка как такового. Uh -huh. В то же дело мы, опять говорим, поддерживаем ли в этом смысле мы отечественного производителя. Ну, и потом все-таки, наверное, о качестве прежде всего надо говорить. Действительно ли... Ну или может быть, отечественный препарат в какой-то степени э -э, проигрывают своим западным аналогом, или здесь никакой разницы нет? Ну как вы думаете, вот э, где-нибудь в Швейцарии есть программа поддержки отечественного производителя? Думаю, что Швейцария как бы не очень задумывается над я, этим... Нет, вопросом. я хочу представить себе, ну, швейцария, часовая в основном, да, там что-то И вот, значит, действительно государство выдвинуло поддержку отечественного производителя часов швейцарских да или там сыров швейцарских Сыр, да, да сыров. сыров ну я думаю что во Франции тоже неплохие сыры поэтому э, какие будут лекарства где они произведены на самом деле это не самый главный вопрос угу. главный вопрос это насколько качественные эти лекарства есть стандарт GMP он к сожалению пока в нашей стране еще не введен вот пока вот. не введен поэтому... с этой с этой стороны есть слабое звено, что называется да да, да. Здесь. с этой точки зрения как бы не суть важно где произведен тот или иной препарат Важно качество этого препарата. Угу, угу, я понял. Хорошо. Ну и минутка осталась. Давайте тогда Роман. Роман, еще, да, буквально вам а, несколько слов сказать нашим слушателям. Ну уже, наверное, не в, не в качестве рекомендации. Хотя может быть и добавьте что-нибудь. А, порекомендуйте. Ну прежде всего я хочу сказать, что есть хорошее выражение: нужно хорошо проспать ночь, угу. вы хорошо проведете день. Нужно иметь хорошую семью. Вот. Детей побольше, да? Вот пример перед нами сидит, пример, да? Пример перед трое сидит, детей. Да? Да. Да. да? с тремя будильниками, знаете, проблем нету. С да. засыпанием и просыпанием. Да. Хорошую работу, высокооплачиваемую желательно. Как у вас в Ригле с этим? Все нормально? Не жалуемся. Вот вы хорошо и спите, да? Значит, соответственно, нормальное питание, ограничение алкоголя. Да, не курить, угу. то есть вести здоровый образ жизни. Угу. И тогда, соответственно, и жизнь будет лучше, и сон будет лучше. И в аптеку, еще раз подчеркну, мы будем ходить, наверное, достаточно редко и в основном за препаратами, которые улучшают здоровье. Ну и слава богу. Давайте на этой оптимистичной ноте и будем заканчивать. Прежде всего, я благодарю моих гостей. Сегодня в студии Александр Кузин, заместитель генерального директора по коммерции компании Ригла и Роман Бузунов, президент Ассоциации сомнологов, заведующий отделение медицины сна Санатория Барвиха, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор. Собственно, поговорили мы и об аптечном рынке, и даже о каких-то локальных, более романтичных вещах. И, собственно, даже Роман нам некий, а, некий а, высказал пожелание. Спасибо огромное, всего хорошего, успехов на рынке.